Вот, говорю, изобрел такой. Ну, может, он давным-давно существовал. Интересный вариант техники. Помесь акварели с гуашью. Ну, не знаю. Я вот такая вот жидкая акварельная гуашь. Поэтому я даже не знаю, какому виду. По сути дела, ведь это не гуашь. А у меня всего обычная акварель. У меня обычная самая акварель. И вот тюбик с белилами. Гуаши-то у меня нет. Поэтому я, наверное, полноправно могу писать акварель и белила. Потому что я работаю не гуашью, а именно акварелью с белилами. Ну, куда это отнести, как, в какой разряд, там, гуашь или акварель, трудно теперь. Поэтому получается такая средняя техника. Но делаю я это на тонированной бумаге, что характерно.